За реализацией национальных проектов на местах в крае теперь будут следить строже. Об этом заявил Александр Ус на совещании с членами правительства и главами районов. В крае начнет курсировать специальная машина с надписями «Губернаторский контроль» на бортах. Она будет передвигаться по краю по графику, который знает только ограниченный круг лиц. Автомобиль в любой момент может появиться даже в самом отдаленном районе края, чтобы те, кто в нем едет, могли проверить благоустройство, состояние дорог и строительство в рамках национальных проектов. К контролю будет активно привлекаться и привлекать и местных активистов. На материковой части, что называется, Красноярского края, скоро будет работать такой передвижной пункт губернаторского контроля, соответствующий автомобиль с экипажем. Соответственно, заранее вы не будете предупреждаться о том, когда к вам гости приедут. Поэтому будем надеяться на то, что вы их встретите не только радушно, но и каких-либо претензий этот экипаж к качеству того, что он контролирует, в ваших муниципальных образованиях не будет высказывать. Красноярский край участвует в 46 федеральных проектах. На совещании губернатор особое внимание уделил реализации трех – в сфере спорта, культуры и водоснабжения. В этом году в Минусинске начали строить кольцевой водопровод. Он обеспечит больше 6 тысяч жителей частного сектора, у которых сейчас нет централизованного водоснабжения качественной питьевой водой. Его построят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По плану работы рассчитаны на 2 года, но их могут выполнить даже быстрее. Объект закомплектован, закуплены трубы, количество техники и рабочего персонала достаточно для того, чтобы все заявленные объемы выполнить с опережающими темпами. Вообще планируется построить 2 этапа, это порядка 11 километров водопроводных сетей.